твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. А я приглашаю на эту сцену Сашу Фиолетову. Ломались свечи, билась посуда, ушла из-под ног земля. Они сказали, держи себя и будь спокоен. Скуканный вечер и пересуды, все в общем-то как всегда. В твое положение войти все хватит, не позволю. Возможно, я нетерпелив и слишком молод. Возможно, не исправлюсь никогда. Но я могу стать кем-то, даже без тебя. Все аргументы сходят с ума. Оставь меня в покое, ведь у меня есть я. Позволь мне быть с тобой, но я могу стать кем-то. Будет лучше, что буду делать, куда я теперь уйду? Неужто оставлю тепло, уют родного дома? Я уже сильный, я даже смелый, составлю свой собственный путь. По мне лучше неизвестность, чем стабильность снова. Возможно, даже слишком глуп, самоуверен тоже. Но точно не раскаюсь никогда. Но я могу стать кем-то, даже без тебя. Все аргументы сводят с ума. Оставь меня в покое, ведь у меня есть я. Позволь мне быть с тобою, я могу стать кем-то. Вначале мы об этом не мечтали мы. Этого ли ожидали? Вспомни, как вначале мы об этом ли мечтали мы. Этого ли ожидали? Хватит, хватит, довольно, довольно. С меня хватит, хватит. Хватит, хватит, довольно, довольно, с меня хватит, хватит. Но я могу стать кем-то. А теперь мне нужна ваша помощь. Ребята, давайте взбодримся. Оу! Хлопаем, хлопаем. И повторяем за мной. One, two, three. Воу-воу-воу. Давайте. Е-е-е-е. Вот так надо будет сейчас проволокать. Давайте. Раз, два, три, четыре. Поехали. Воу-воу-воу. Ну, е-е-е-е. Лабару-пару. Субботу будет мой творческий вечер. Кому интересно, понравилось мое творчество, я приглашаю быть моими подписчиками ВКонтакте, в Инстаграм, найти меня просто Саша Фиолетов. И жду, буду рад видеть вас на своем мероприятии. Спасибо огромное. Прекрасное выступление.